Все мы с тревогой продолжаем следить за тем, как новый вирус уносит жизни наших дорогих и любимых артистов. И что самое страшное, количество смертей только увеличивается. Как мы уже говорили ранее, театральный и кинематографический мир в последнее время постоянно взбудоражен болезнями и уходами талантливых знаменитостей. Среди них не только те, кому уже много лет, но и совсем молодые. Как вы успели заметить, в России все чаще можно услышать новости о безвременной кончине того или иного артиста театра, кино или эстрады. И сегодня, буквально час назад, пришла новость об уходе еще одного замечательного человека, известного актера, без которого осиротел творческий мир. На 82-м году ушел из жизни советский и российский театральный актер, заслуженный артист РСФСР Геннадий Стасенко. Геннадий Семенович Стасенко родился 6 февраля 1940 года в Иркутской области. В 1965 году окончил Днепропетровское театральное училище по специальности актерского мастерства. Работал в Днепропетровском русском драматическом театре имени Горького, Николаевском русском драматическом театре имени Чкалова,